Всем привет. Тед! Что скажете насчет коктейля, тренер Лассо? То же, что Диани Сойер, позови она меня на свидание. С удовольствием. Привет, я Илья Кролик, это мой второй канал, и в этом видео я расскажу свои впечатления от второго сезона сериала «Тед Лассо». Мне очень нравится первый сезон, на основном канале есть про него ролик, здесь будет подсказка. Это сериал про то, как безнадежный футбольный клуб, аутсайдер, им назначают тренера, и не простого, а из Америки, который занимался до этого американским футболом. А тут он приезжает в Англию заниматься именно футболом, который мы знаем как футбол. У Ричмонда 8-я ничья подряд. Через сколько матчей у вас включится паника? Паника у меня не включается, зато будильник наоборот. Главного героя играет Джейсон Судейкис, и первый сезон для меня был со всех сторон замечательный. Это неожиданно оказался не просто развлекательный сериал, а сериал о магии дружбы и о правильном подходе к бытовым вещам и отношениям, про то, как главный герой Тед Лассо с помощью своей доброты и внимательности, чуткости и хитрости добивался расположения людей, которые были к нему не расположены, а также решал конфликтные вопросы. И это настолько было все плавно, настолько живо, юмористично, добро и атмосферно, что первый сезон Тед Лассо стал невероятным хитом, и можно было гадать, каким же выйдет второй сезон, насколько авторам получится удержать эту невероятно высокую планку, которая вдруг образовалась. И для меня второй сезон стал хорошим сериалом по мотивам прекрасного первого. Это по-прежнему очень-очень-очень замечательный сериал с очень хорошими персонажами, с очень хорошими элементами, нравоучениями, шутками, взаимодействием героев, с замечательными актерами, с отличными идеями. Но это уже все-таки чуть-чуть другое. Если первый сезон действительно абсолютно вертелся вокруг главного героя Теда Лассо, то второй сериал — это такое шоу по мотивам. То, что вот это теперь драматические приключения всех тех героев, которых мы видели в первом сезоне. Теперь все второстепенные герои стали главными. И Тед Лассо — это не первый сериал, который так делает. Например, сериал «Половое обучение», он же «Сексуальное образование», там точно такая же схема. Первый сезон был сам по себе, с абсолютно вот понятными главными героями, а потом второй и третий сезон — это уже приключения всех тех персонажей, которых засветили в первом сезоне, а в третьем сезоне даже уже у этих персонажей появляются свои второстепенные персонажи. И там просто делают примерно то же самое, что всем нравилось в первых сезонах, и вот это продолжают. Такая же участь возникла и с Тедом Лассо, но это все равно прекрасно сыграно отличными актерами, и та же самая съемочная группа, там сценаристы, они делают все то же самое и делают это замечательно. Да плевать на счет. Главное поверить, что в конце все будет ровно как должно. Но это все равно отразилось на сюжете. Например, Теда Лассо, его во втором сезоне очень мало. Его охренеть как мало. Арка, которую ему придумали, она не использует главного героя так, как было в первом сезоне. Например, главный герой, по сути, это был ходячий психолог доброты и поддержки, который взаимодействовал с участниками команды и своими новыми друзьями, и случайными прохожими. Теперь, во втором сезоне, у команды появляется свой собственный психолог, прям персонаж-психолог, хотя, по сути, в первом сезоне им был Тед Лассо. И в итоге эту долю во многом, ну, частично решает не главный герой, и его становится еще меньше. И поскольку всей той оравии главных героев, которым теперь надо уделять внимание, у каждого своя собственная драма,
а драмы стало очень много. Прям буквально сериал давит на жалость чуть ли не каждым, не в каждой серии. Если в первом сезоне это было очень равномерно, то теперь чуть ли не в каждой серии у каждого случается максимальный переворот, там, я не знаю, сознание, понимание этого мира, бытия. Если в первом сезоне какие-то проблемы были более бытовые, типа журналист не так написал в газете, или фотограф сфоткал главных героев вместе, хотя им бы не очень хотелось засветиться именно в таком образе. То есть это были не мировые проблемы, то теперь у главных героев там всегда задачи: выбирай, либо ты останешься в этом клубе, либо ты там уедешь в другой клуб, и тебе придется жизнь делить на до и после. Либо у тебя вот здесь будут отношения, либо вот здесь отношения. Либо там у тебя супер-мега-драма из прошлого, и ты должен решить с ней, что тебе делать, как тебе дальше жить. И на этом фоне самого спорта, самого футбола тоже стало прям настолько мало. Там постоянно придумывают, когда он все-таки футбольные матчи проходит, да, там придумывают буквально по одному какому-то элементу приколюхи, и все, и матч прошел, мы дальше путешествуем с героями. И этого стало так много. Серии, если раньше они были получасовые, теперь они стали гораздо объемнее по времени с этим багажом персонажей. В спорте мы все время говорим, что нельзя сдаваться. В жизни все точно так же, верно? И при этом это по-прежнему отличное психотерапевтическое шоу. Там по-прежнему говорят очень-очень много правильных вещей. Много правильных действий, наставлений, мыслей. С тем багажом персонажей, которые теперь там есть, там всякие начальницы, секретарша-начальница, парень-секретарша-начальница, который по совместительству новый тренер, у которого были тоже отношения с некоторыми другими игроками. То есть вот эта вся паутина отношений, она позволяет взглянуть на самые разные ситуации, разобрать их, объяснить. То есть это подходит теперь еще большему количеству людей. Также сами ситуации. Одна из серий это просто чисто приключение одного, до этого казалось, полувторостепенного героя. В этом смысле сериал стал разнообразней. Но это уже немножко другая магия. Он по-прежнему замечательный. Там сделали прям абсолютные сюжетные забросы на следующие сезоны. И, честно говоря, это не тот сериал, где я бы хотел увидеть какой-то сюжет. Прекрасная метафора для жизненного пути. И это по-прежнему великолепное шоу, которое я рекомендую всем. Вообще всем, пожалуйста, посмотрите «Тед Лассо». Это прекрасный сериал, который я бы всем рекомендовал, что первый сезон, что второй сезон. Это все равно абсолютный сеятель доброты, и я это очень люблю, рекомендую, буду смотреть дальше, буду следить за развитием событий. Мне кажется, возможно, в связи с этим, с этой небольшой буксировкой, которая возникла во втором сезоне, дальше, основываясь на этом фундаменте, они смогут развернуть что-то еще более классное. И это была просто такая необходимость, которая так скоро случилась. Так что всем рекомендую, рекомендую. Спасибо, что посмотрели. Напишите, что вы думаете. Сделал ролик Илья Кролик. Всем добра!